Невероятно красивое поле. И это, считай, в конце октября 2018 года. Невероятная погода, да? Буквально около 20 градусов тепла. И это конец октября. Вот представляется, что это май. Там даже вот первые числа, даже, может, 9 мая. Как будто поле вспахали и будут сеять. И собирать второй урожай. Просто невероятная погода, конечно.